Эволюционный набор бакуганов. Состоит он из трех шариков бакуганов. Бакуган ставишь на карту, и он раскрывается. Это бакуган Драга из первого сезона. Эти бакуганы главные герои мультика. Ими играл Дэн Кузо. Вот третий. Когда их ставишь на карту ворот, то они раскрываются. Вот карточка ворот. Складываем бакуганина. Все мальчишки хотят играть в бакуганов именно в этот набор. Потому что всем хочется играть именно за главного героя.